Открылась горячая линия на тему вхождения Петропавловска в отопительный сезон. Заявки от горожан по поводу отсутствия отопления в домах, прорывов и протечек принимают в Комитете по управлению жилфондом по телефону 23 53 41, а также в Краевой госжилинспекции 26 46 92. Все жалобы операторы горячей линии будут передавать инженерам управляющих компаний. Горячая линия работает по будням с 9 до 13 и с 14 до 17 часов. Напомню, сегодня в Краевом центре стартует отопительный сезон. Жителям Петропавловска стоит проверить запорную арматуру у себя в квартирах и домах, закрыть краны на смесителях и радиаторах. Запитка системы пройдет постепенно в течение нескольких дней. И к выходным во всем жилфонде и соцобъектах должно потеплеть. Подпишись на каналы Mass Media News в Facebook, YouTube и Instagram. Смотри новости первым.